Приветствую! Меня зовут Александр, и я ведущий канала InterTool, где мы рассматриваем инструмент, его использование и применение. И сегодня мы поговорим о покрасочном пневматическом пистолете типа HVLP-2. Очень экономичный покрасочный пистолет для нанесения финишных лакокрасочных покрытий по технологии HVLP-2, что обеспечивается специальной конструкцией распыляемой системы и снижением давления в воздушной головке по сравнению с давлением на входе пистолета. Сочетание этих факторов приводит к резкому уменьшению туманообразования и, соответственно, потери материала. Эффективность переноса краски на поверхность около 70%. К этому типу относятся пистолеты ПТ-0100, 0105 и 0105D. А сейчас мы рассмотрим, как на практике используется краскопульт ПТ-0105D. Для начала нам потребуется настроить пистолет, выставить давление в 1,7 атмосфер, а также выставить ширину факела и количество подаваемой краски. После этого можно приступать к покраске. Как проводится настройка краскопульта и покраска, нам наглядно показывает маляр Андрей. Для качественной покраски нам потребуется нанести 3 слоя. Первый слой – это базовый, и 2 последующих – это основной цвет. После основной покраски наносим 2 слоя лака. Первый с добавлением базового цвета, а второй – это чистый лак, который будет финишным. Итак, мы с вами рассмотрели покрасочный пистолет типа HVLP-2. В следующем видео мы расскажем о покрасочных пистолетах типа LVLP. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание. До новых встреч!